Если побед нет, а очень хочется, то можно выдать победу противника за свою. Этот прием попытался применить депутат Верховной Рады Дмитрий «Потерь нет» Тымчук, координатор информационного сопротивления. На своем сайте он выложил фотографии под заголовком «Разгром танковой группы российско-террористических войск под Дебальцево». На фотографиях подбитая бронетехника, которую Тымчук выдает за российскую. Давайте рассмотрим их повнимательней. На этом фото подбитая БМП. На этом она же с другого ракурса. И на боку видна белая полоса, отличительный знак сил АТО. Теперь обратите внимание на танк с надписью «Волк» на стволе. Есть и другая фотография этого танка. Как видите, этот танк тоже принадлежал силам АТО. Мешки и горящие обломки вокруг – это остатки разгромленного блокпоста. Учитесь, даже из поражения можно сделать победу. Можно даже показать российские танки в Донецке, причем это будет правда. Как говорит Задорнов, готовы? Мы можем еще подкинуть Тымчуку информацию о российских танках в Харькове. Вот, пожалуйста.